Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своих собственных детей. По данным следствия, он напал с ножом на 9-месячную дочь и 4-летнего сына. У них не было шансов выжить. А потом попытался убить и жену. Подробности у Олега Пакшина. В подъезде дома, где произошло страшное убийство, до сих пор всюду следы крови. Получившая тоже ножевое ранение, мать двоих детей стучалась в каждую дверь и просила о помощи у соседей. Уже раненая, вся окровавленная, стучала в дверь к нам и открыла. Она просила: вызовите полицию, скорую, он убил детей. Предположительно, он – это отец двоих малолетних детей. Главная загадка для следователей теперь – что заставило Тихого, соседи характеризуют его как спокойного и непьющего, 30-летнего мужчину, броситься с ножом на свою собственную семью. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе со своей семьей, причинил своему 4-летнему сыну и 9-месячной дочери множественные ножевые ранения, повлекшие их в смерть на месте происшествия. После этого мужчина причинил ножевые ранения своей супруге. Кроме того, в квартире вместе с семьей находился племянник обвиняемого, который смог пресечь его попытку покончить жизнь самоубийством. Эта семья всегда выглядела счастливой. Их фото в соцсетях как рекламные открытки беззаботной жизни на тропическом острове. В Таиланде супруги вместе с детьми провели несколько последних месяцев. Они и сами работали в туристической сфере, и, возможно, именно проблемы в бизнесе стали причиной внезапной вспышки гнева главы семейства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства подольской трагедии. Мать, потерявшую обоих детей, госпитализировали. Ее жизни уже ничего не угрожает.